Аллилуйя! Приветствую, да, Гелена, приветствую всех братьев, сестер, кто сейчас уже онлайн. Приветствую, благословляю всех во имя Господня. Добрый вечер всем, братья, сестры, дамы и господа, дети Божьи, драгоценные, возлюбленные, дети любви. Приветствую всех, благословляю, славим Господа нашего, благого Царя, Бога богов, Господа господствующих, Творца неба и земли. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 эй! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава, слава, слава. Этим вечером прославляем тебя, Господь, Боже святой, слава тебе. Благодарю тебя, Господь, благодарю, благоставляю великое имя твое. Да, еще один день нашей жизни подходит к концу. Да, слава тебе, Господь. День за днем мы живем на этой земле, Господь, и прославляем Тебя, служим Тебе, поклоняемся Тебе в духе и в истине, Господь, слава Тебе. Аллилуйя! 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 Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава, слава, слава святому. Слава, слава тебе, Господь, за все, благодарю тебя, благодарю, благословляю великое имя твое, аллилуйя, слава тебе, святой, слава, слава, слава и хвала, благословенный царь наш, благословенный Господь, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, слава, слава, слава. Слава тебе! Поклоняюсь тебе, Господь, в духе и в истине. Прославляем тебя, Господь, непрестанно, ежедневно, каждый день, Господь, и сегодняшним днем. Слава тебе! Аминь! Да, друзья, добрый всем вечер! Благословляю всех вас, приветствую всех вас из Киева, летнего, жаркого, знойного, даже скажу так, Киева уже. Да, сегодня... Здесь на термометре, кстати, не особо здесь. Сейчас 32 показывает. Ух ты. 33 даже. Вот так где-то, да. Да, жарище. Это в тени еще. Представляете? Солнце ушло уже. Вот здесь солнышко. Вот как раз оно днем, а потом вечером здесь уже вот хорошо на балконе здесь. Вот. И то есть сегодня было такое пекло. Жарище такая, да. Ой-ой-ой. Слава Богу за все. Вот, я беру с собой бутылочку воды. Вот, поливаюсь тоже. И вот такой еще беру бутылочку тоже с собой. Лепота, ох. Фу. Очень выручает. Вот, и здесь в квартире все всегда так брызгаю, чтобы влажность такая, да, значит. И на улице раз иду, брызнул. Уже дышать как-то можно, легче стало. Ой, спасибо, Господь, тебе за все, спасибо. Вспоминаю, когда такая жарища на дворе, когда, значит, такой зной, ну, когда уже, ну, до 30 еще так более-менее нормально, а когда уже больше 30, то уже, конечно, да, уже знойно. Вспоминаю всегда в Библии, как наш пра-пра-пра-пра, много раз про-отец наш Адам. Да, все прекрасно. Адам, Ева жили
и Бог в прохладе дня, представляете, прохлада дня, то есть оазис такой, оазис парниковый, я не знаю, как-то тепличные условия такие были просто вообще созданы вообще. И Бог в прохладе дня там, да, и люди в прохладе дня. О, спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Вот нечто подобное, даже еще лучшее, будет уже в тысячелетнем царстве и уже на новой земле уже в дальнейшем, да, на новых небесах, новой земле. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Уже не будет такого зноя испепеляющего, да. В украинском очень емко называется это жарище. Пекло, пекло. Ну, ад, короче. Вот так вот. Так что, да. О, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Да. Потому что, да, сейчас после грехопадения так на земле все пошло где-то, наоборот, морозище. И замораживаются люди, да, мерзнут. Вот. Где-то жарище. Вот. Не так много на земле на самом-то деле таких мест, где так вот, ну, более или менее как-то так вот баланс какой-то балансировано. Вот. А так, да, в основном такие проблемы. Но мы и при жаре, и при холоде, при всем, да, при любой погоде прославляем нашего Творца, нашего любимого Отца, нашего любящего Бога. Аллилуйя! Слава тебе, Господь Святой! Спасибо тебе за все! Спасибо, спасибо! Благодарю тебя! Поклоняюсь тебе в духе и в истине! Господь, слава тебе! Любовью и силой наполни жизнь мою. Песня, старая песня вспомнилась недавно тоже. Вчера, сегодня публиковал ее на Фейсбуке. Любовью и силой наполни жизнь мою. Любовью и силой наполняешь жизнь мою. Любовью и силой наполни жизнь мою. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим, тебе я поклонюсь душою моей, тебе я поклонюсь всем разумом моим, ведь ты мой Господь. Бог, ты мой Господь, ведь ты мой Господь. Бог, ты мой Господь, тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь душою моей, тебе я поклонюсь всем разумом моим. Бог, ты мой Господь, Бог, ты мой Господь. Бог, ты мой Господь, Бог, ты мой Господь. Любовью и силой наполни жизнь мою. Любовью
силой, наполни жизнь мою. Любовью и силой наполни жизнь мою. Теперь я поклонюсь всем сердцем моим. Теперь я поклонюсь душою моей. Теперь я поклонюсь разумом моим. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, любовью и силой наполни жизнь мою. Любовью и силой наполни жизнь мою. Аллилуйя. Аллилуйя. О, да, слава Богу. Да, надо угостить товарища. Опять прилетел. Я заметил, как и днем тоже так вот начинаю петь. Он прилетает. Тоже гулькает. На, вот тебе маленькая еще хлебушка. Опа. Покушай немного. Что Бог послал тебе? Да. Да, малыш, кушай, кушай. Ой. Спасибо, Господь, тебе за все. Спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, за прекрасный вечер поклонения, прекрасный вечер восхваления. Любовью и силой наполни жизнь мою. Аллилуйя! Пойте, братья, сестры, любовью и силой наполни жизнь мою. Любовью и силой наполни жизнь мою. Любовью и силой наполни жизнь мою. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь душою моей. Тебе я поклонюсь всем разумом моим. Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь.
Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь душою моей. Тебе я поклонюсь всем разумом моим. Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, любовь. Наполни жизнь мою. Слава, слава Тебе, Господь Святой! Любовью Твоей и силою Ты наполняешь наши судьбы, наши жизни. Воспеваем Тебя, Бога Святого! Прославляем Тебя, Господь! Слава, слава, слава! Слава вся Всевышнему Богу, Всесильному Творцу нашему, хвала! Поклоняемся в духе и в истине. Слава Тебе, Господь! Слава, слава, слава! Аллилуйя! Да, Господь, любовью и силой наполни жизнь мою. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Да, друзья, благословляю всех вас, дети Божьи. Прославляем нашего Отца Небесного, нашего благого Бога, нашего Господа. И никто не благ, как Бог наш. Действительно, никто не хорош. В сравнении с Ним нет вообще на земле никого во Вселенной хорошего. Он, только Он хороший. О, спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Да, Господь, Ты благ, и никто не благ, как Ты благ, Господь, действительно. Ты самый хороший, самый добрый, самый красивый, самый умный во всей Вселенной. Никто с Тобой не сравнится, просто вообще даже никак. Прославляем Тебя. Да, прославляем Тебя, Творца нашего, Создателя нашего, Бога нашего. Прославляем Тебя. Слава Тебе. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь душою моей. Тебе я поклонюсь всем разумом моим. Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим, всем естеством моим поклоняюсь Тебе, мой Бог и Царь. Всем существом своим поклоняюсь Тебе, Господь. Славлю Тебя. Слава, слава, слава Тебе. Слава Тебе. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь.
Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, любовью и силой наполни жизнь мою. Любовью и силой наполни жизнь мою. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь душой всей своей. Тебе я поклонюсь всем разумом моим. Ведь ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь. Слава, 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 слава тебе, Господь святой, аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава, слава! Слава тебе, святой! Аллилуйя! 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 Слава, слава, слава тебе, Господь! Слава, слава! Поклоняюсь Тебе, Господь, в духе и в истине сегодняшним этим вечером. Прославляю Тебя, Создателя моего, на исходе еще одного дня моей жизни и при начале нового дня. Как сказано в Слове Твоем, был вечер, да, начало дня. Спасибо Тебе, Господь, за это прекрасное завершение, молитвенное завершение еще одного дня и молитвенное же начало нового дня. Слава Тебе! Слава, слава и хвала Тебе, Господь! Благословен Царь наш, благословен Господь наш, благословен! Фух, аминь, аминь, аминь! Слава Богу, друзья! Слава Богу! Спасибо! Давайте прочту из Слова Божьего, из Деяний, то я сегодня утром тоже читал, значит, 1 глава, 8 стих, да, кто утром подключался или в записи смотрел уже кто, то как раз вот такое кульминационное, важнейшее такое, да, но вот перед тем, что написано, не менее важно. Первая глава, с самого начала, Деяния апостолов. Хотя по совести, да, правильнее бы назвать Деяния Духа Святаго, потому что, да, конечно, там деятельность апостолов описывается, и не только апостолов, конечно, вообще деятельность человеческая описана, но за всей этой деятельностью человеческой прослеживается, угадывается, не всегда явно, часто так скрытно, но прослеживается деятельность именно деяния Святаго Духа. Поэтому я обычно у себя в церкви, когда об этом рассказываю, о деяниях читаю, что-то фрагмент какие-то из деяний читаю, то я обычно говорю, вот, из деяния Святаго Духа прочитаем через апостолов совершимые, и не только через апостолов, вообще через разных людей в этой книге Дух Святой совершал свои чудеса.
совершал свои деяния через разных людей. Вот, и это начало церкви, и а церковь действительно Духом Святым она созидается и живет, и побеждает, и совершает свое поприще, будем так говорить, да, земное. Церковь, каждый из нас, как часть церкви, Духом Святым, не своими силами, не своими усилиями, нет. Даже апостолы, они там, когда посвящались, они сказали, изволилось Духу Святому и нам. То есть они не сказали, изволилось вот нам, ну и Дух Святой, куда ему деться, он будет согласен. Нет, они искали воли Бога, они молились, да, они взывали, и они имели честь сказать такую, да, такое слово. Изволилось Духу Святому. И нам. Раз Дух Святой идет, то и мы идем за Ним. Раз Он говорит это, то и мы говорим. Раз Он это делает, то и мы делаем, да. Спасибо Тебе, Господь. И очень хорошо, что вот на протяжении всей вот нашей почти 2000-летней истории с вами, дамы и господа, братья и сестры, вот все-таки деяния Духа Святаго всегда они видны, либо прослеживаются, либо угадываются, порой неявно, порой косвенно, но мы прослеживаем деяния Духа Святаго во всей этой 2000-летней истории нашей с вами, друзья, Церкви Иисуса Христа истории. В семинарах по истории христианства я об этом часто так вот тоже говорю, вспоминаю об этом. И вот начинается эта книга «Деяний» такими словами. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по своем пострадании своем, со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Да, вот книга начинается, опять-таки, от Иисуса. И Дух Святой как бы от Иисуса наше родословие ведет, да? Церковную нить эту, правопреемство наше. Вот есть такое выражение, правопреемство апостольское. У нас Иисусово правопреемство. От Иисуса идет это все. И интересно, что о Царстве Божьем говорил на протяжении 40 дней, являясь ученикам, являясь верующим, являясь очень разным людям, в разных обстоятельствах даже, в разных ситуациях, являясь, Иисус говорил на Царстве Своем. Спасибо. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо. Интересно бы, конечно, послушать, как Иисус им говорил и что им говорил. Хотя, с другой стороны, в принципе, даже то, что не написано, в этом есть свое какое-то такое таинственность такая, какая-то своя, мистика такая, здоровая такая, положительная. То есть не обо всем надо вот так вот, прям, знаете, вот так вот с трибуны, с кафедры говорить. И Дух Святой действительно не все, значит, далеко не все, будем так говорить, позволил записать об Иисусе и об апостолах, далеко не все. Но даже то, что записано, оно потрясает, конечно. И оно оставляет место нашему творчеству уже, в Духе Святом уже. Нашему объяснению, толкованию, вот, прочее, прочее. И вот интересно, обычно, когда тоже у себя в церкви об этом читаю, вот, фрагменте, да, то я говорю так, что убежден я тоже, и сейчас вам тоже это говорю, друзья, братья, сестры, дети Божьи, что Иисус, Он повторял то, что говорил ранее. Может, другими словами, да, конечно, другими словами, там, может, другие примеры какие-то приводил, но, в принципе, то же самое, что в Евангелиях записано, вот, о Царстве Своем Он говорил вновь и вновь, о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, о Церкви Бога Живаго, которая есть столб и утверждение истины. И говорить это хорошо, являться чудесно со многими доказательствами – это прекрасно, но должна быть развязка. И вот написано, интересно. «И собрав их, далее
описано, как, да, Елена, Ольга, там, сестры, братья, да, всех приветствую, кто подключился еще. Надеюсь, мои тоже уже подключились тоже. Я, извиняюсь, не читал сообщений, может, там уже там еще кто-то подошел тоже, кто присоединился. В 4 стихе написано: «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Крещение Духом Святым. В христианстве столько много разных учений об этом. И в принципе, вот, исследовав эту тему, в учения разных конфессий, разных ветвей христианства, я удивляюсь, но каждый из них по-своему прав. Каждый из них раскрывает часть правды. Но всей правды, я не знаю, ни одна из конфессий, ни одна из деноминаций не раскрывает. И это хорошо, это замечательно. Потому что если была бы такая конфессия, вдруг появилась бы, обнаружилась бы, которая бы всю правду Божью раскрыла бы об этом, то это просто невозможно было бы. Это просто невозможно было бы даже. Я думаю, Бог специально даже вот так вот сделал, чтобы всю правду Его, все понимание это, никто из христианских учителей полностью не раскрыл. Знаете ли, в этой недоговоренности есть великое таинство. Но крещение Духом, самое основное, опять-таки, снова и снова, друзья, крещение, баптизо. У меня есть примеров нету, там в холодильнике есть еще, но, может, завтра утром покажу тоже. Но, опять-таки, я очень люблю пример такой, вот именно баптизо с солеными огурчиками, очень хороший пример. Добрый вечер, шалом, Берута пишет, да, аллилуйя. Знаете, даже там в Рязани, давно уже об этом я говорил как-то, в баптистской церкви проповедовал на эту тему тоже, о Духе Святом, вот, и о крещении вообще, как таковом, крещении, да, во имя Отца, да, крещение в Сына, крещение в Духа Святаго, вообще учение о крещениях, да, рассказывал там. И интересно, что пример-то приводил с огурчиками, и до сих пор они помнят, представляете? В начале года тоже был там в Рязани, в начале года тоже проповедовал там. Вот, и они мне опять напоминают, братья, говорят, да, мы до сих пор помним, сколько лет прошло, до сих пор помним огурчики ваши. То есть Бог дал очень правильный пример, чтобы люди, там верующие, да, в этой церкви, они вот размышляли об этом. Самый простой пример, самый простой, рабочий крестьянский такой, будем так говорить, пример. Потому что Новый Завет, он записан на простонародном греческом языке, да, на рабоче-крестьянском греческом языке. Поэтому, да, Новый Завет, он такой рабоче-крестьянский. Интересно. Да, потому что Новый Завет записан не на языке, там, высоком греческом языке, да, не на языке, там, Сократа, Аристотеля, Платона. Да, мир вам, Татьяна пишет, аллилуйя, да, с миром принимаем. Аллилуйя. Вот, Дух Святой мог бы так вдохновить апостолов, написать таким слогом, знаете ли, да, пятиэтажным там, что, хо-хо-хо, и Сократ, и Платон, и Аристотель нервно курили бы в сторонке. Да, и вся бы греческая бы знать, и элита греко-римская, все бы снимали шляпы, говорили, о, христиане, да, у вас точно божественные писания. Точно, наверняка божественные писания. Потому что вот так сказать, это точно удел богов. Но самое интересное, Дух Святой мог бы, да он не сделал так. Интересно. Он вдохновил апостолов писать на простонародном греческом языке. Они писали на своем, конечно, родном еврейском языке, безусловно. Но, писали и переводили и распространяли как раз писание именно на вот этом наречии кое, простонародном греческом языке. И в этом греческом языке слово баптизо,
во времена Иисуса Христа, вот написание Нового Завета, и еще лет там за 300 до Иисуса Христа в литературе греческой встречаются эти слова «баптизо», и лет 500 примерно так вот после уже Иисуса Христа, то есть уже после начала нашей эры. Вот слово «баптизо», оно употреблялось в другом значении немного, не как вот в современном. В Закарпатье не плануете створити свою єпархію, планую, да, молюсь. Кстати, я служил в Закарпатье, но, правда, давно уже. Вот, проводил служения, семинары, даст Бог, послужу еще. Во Львове, вот, епископ Кифа трудится, вот, я очень хочу его посетить. Если Бог позволит, то в этот раз, если нет, то уже тогда уже осенью или зимой. Вот, во Львов очень хочу, очень люблю я Львов. Вот, а со Львова, в принципе, мы можем с ним уже проехаться и в Закарпатье, там недалеко. В Карпаты и в Закарпатье. Тем более в Карпатах там есть такая дача у них там, молитвенная. Вот, и еще братья, тем более, обещали тоже, в Карпатах есть там тоже молитвенная база такая. Вот, и просто побыть там в уединении хотя бы недельку, две недели. Вот, просто буду, ну, без эфиров, правда, извиняйте, если что. Вот, значит, и просто в молитве, в посте, в молитве, все. Вот, как бы, вот и все. Вот, и, может быть, с Кифой вместе, может быть, один поеду. Посмотрим, посмотрим. Молюсь, короче, молюсь. Вот, а так, в Карпатах, в Закарпатье, да, Карпаты очень люблю. Вообще, горы очень люблю. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Сейчас молюсь за Кавказ. Молюсь за нашу епархию там, на Кавказе, в Грузии и по Кавказу всему. Вот, очень важное служение тоже. Вот, и Господь да благословит. Благоставляю наших братьев там, Зураба, благоставляю Реваза, благоставляю Давида, всех братьев, сестер благоставляю там, в Руставе, в Цароване, в Тбилиси. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Да. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все. Да, а здесь, в Киеве, на берегах Днепра, действительно эпицентр духовного этого преображения. Эпицентр духовного пробуждения. Спасибо тебе, Господь. И вот по поводу баптизо. В современном греческом языке, начиная со средних веков, баптизо означает погружение, в смысле окунание, да? Вот, окунулся в воду, допустим, да? Вот уже баптизо совершилось. Вот, и поэтому, когда мы говорим о крещении, то да, погружение в воду имеется, да, водное крещение. Но все гораздо серьезней. Все гораздо серьезнее и гораздо важнее все. Дело в том, что здесь не только, и даже не сколько о водном крещении говорится, сколько о действительном погружении в Бога и пропитывании им. Потому что баптизо во времена Иисуса и до него, и после него лет 500 употреблялось в другом значении. Не в значении погружения в смысле окунания, а в значении погружения в смысле погрузиться и там и остаться. И погрузиться, и пропитаться всем тем, во что-то погрузился. И чаще всего это слово «баптизо», да, в те времена Нового Завета использовалось для описания соления огурцов и других овощей. Ну, огурчики мы все любим. Кстати, да, я вот здесь даже Инне уже своей похвастался. Купил огурчики. Вот, огурцы молодцы. Красавцы. Уже попробовал. Очень вкусные огурчики. С такими с пупырышками, правда, такими интересными. Вот, очень вкусные огурчики. Вот, значит, и, ну, это свеженькие огурчики, да? Вот, они прям вот пахнут, кстати, хорошо очень. Хотел пройти мимо, там женщина продавала, а вот такой запах огуречный пошел такой, думаю, нет, надо купить, думаю, точно надо купить. Раз пахнут, это очень хорошо, это добрый знак. А то сейчас часто даже покупаешь огурцы, и огурцами не пахнут, и помидорами не пахнут. Кстати, у меня есть и помидоры, тоже купил там. На улице Шалом Алейхема купил я. Представляете, помидоры? Ох, а запах прям вообще, прям вот именно как надо, прям вот. Прям пахнет настоящим помидором.
Ми дуже хочемо, щоб створити ви свої парки в Закарпатті. Дякую, щиро дякую. Да, обязательно надо. Напишите мне, пожалуйста, на Viber, на WhatsApp. Под каждым видео есть информация. И под этим видео тоже есть информация. Значит, Viber, WhatsApp мой украинский. Также написано там, что как можно участвовать в моем служении финансово, молитвенно. Поэтому, да, участвуйте с территории Украины, с территории России. Потому что мой труд в основном Россия, Украина, реже Беларусь. И очень редко еще, к сожалению, да, вот Грузии и Кавказ. Вот, и сейчас молюсь тоже за Румынию, потому что нашего епископа Богдана тоже надо поддержать вот туда, в Бухаресте. Поэтому молюсь тоже за поездку туда. Вот, Господь да усмотрит. Вот, и напишите, хорошо? Вот, и Бог усмотрит, я думаю, приеду, послужу у вас. По крайней мере, вот начало положим епархии. Потому что у нас здесь в Киеве епархия с чего началась? Вот просто с домашнего общения. Собрались на квартире, общались, молились. И вот постепенно домашняя группа распространилась. Сняли помещение, арендовали на улице, проводили собрания. Вот евангелизационно на Нивках, там вот гаражный кооператив «Тополь». Там один брат, владелец этого гаражного кооператива, значит, хозяин, он там предоставил агитплощадку еще советских времен. Прямо на улице поставили скамеечки, стульчики, и там проводили летом собрания. Вот так вот. Вот с этих моментов у нас все, с таких простых, да, общений, молитв, и начиналось служение здесь в Киеве. Поэтому и в Закарпатье, думаю, то же самое, с домашних каких-то общений, каких-то уличных служений, евангелизации, вот и постепенно начнем. Тем более сейчас такая свобода в Украине, просто благодать, просто действительно благодать Божья. Слава Богу. Да, напишите мне на Viber, на WhatsApp, хорошо? Да. Просто запах, прям настоящий помидорный запах, такой нечасто сейчас вот встречаешь на самом деле. Херсонские, и то с Херсона. Ну, написано, по крайней мере, с Херсона. Ну, верю. Ой, и баптизо. Когда овощи, хотя огурец, это говорят, ягода. Ну, может быть, я не знаю. Ну, ладно, овощи. Короче, овощи. Вот, когда овощи в рассол мы ложим, да? Приготовляется рассол. Там сальца, значит, там травка всякая, значит, там эти вот укропчики всякие, петрушки всякие. Там что, короче... Ну, по-разному все делают там. Много, главное, чтобы было перца. Для меня самое главное, чтобы было много перца острого. Вот, значит, да, вот как в Закарпатье меня угощали, там, богрыч, венгерский богрыч, настоящий. Они говорили мне, братья, вам приготовить, батюшка, вот как вот богрыч, как щадящий, как для нас венгры готовят, или по-настоящему, по-венгерски. Я говорю, давайте по-венгерски, конечно. А очень остро будет. Я говорю, ничего, плавали, знаем, давайте, говорю, братья. Короче, готовили прямо на берегу реки богрыч болгарский, этот венгерский, и это была бомба. Вот это я понимаю. Это вам не просто соляночка, да, это богрыч. Вот, и, а по поводу овощей, друзья, вот овощи в рассол, да, попадают, и там они просаливаются. Если положить те же самые огурчики, допустим, да, в рассол, там, ну, сколько там, ну, на короткое время, да, чтобы только лишь на шкурке сальца пропиталось, а нутро, чтобы оставалось еще свеженьким. Вот тогда мы называем это малосолом, да, малосольные огурцы. Малосол греки не считали баптизо, не называли баптизо, хотя тоже малосол полюбливали. Малосол греки тоже любили, но баптистскими огурцами их не называли. А какие же баптистские были огурцы в понимании древних греков, тех самых и римлян? Это были огурцы, которые прошли полностью просолку, которые уже стали полностью просоленными. Уже от своих сородичей, вот этих вот, да, по грядке, недавно были сорваны с матери земли, как говорится, да, оторваны. Да, пахнут свеженькими такими огурчиками прям. А, еще вот эти попки у них такие все такие, прям вот видно, что еще недавно сорвано совсем. Вот, и они недавно еще росли на днях этих, они росли еще там у себя, в херсонских полях этих. Потом были собраны и сюда, в Киев, привезли их. Помидорчики, огурчики. Вот, и, да, этих друзей я съем их живьем. Не буду их ни малосол делать, ни соленое тем более.
Я их прямо так вот сырьем и съем. Люблю очень свеженькие тоже овощи. Вот. Но если бы я задумал, допустим, сделать малосол, я бы приготовил бы рассол бы и положил бы эти огурцы туда, чтобы они там полежали там, ну сколько, день, два, три, сколько там, чтобы, ну, в зависимости от того, как вот они будут пропитываться. Вот, и чтобы по чуть-чуть они пропитались. Вот, и нас Бог хочет видеть не малосольными, а имеющими соль в себе, внутри себя, внутри своего естества, чтобы мы просолились Богом, пропитались им. Да, ребятки, спасибо за иллюстрацию. Все, до встречи. Да, огурчики эти. Да, сегодня поужинаю. И на завтра еще есть, да, как вы ставите с Новогорской реформатской церкви. Я не общался с ними еще, но буду рад познакомиться. Вообще я очень хорошо отношусь ко всем верующим, независимо от конфессии, деноминации. Вот, знаю, что реформатская церковь в Одессе, я был в реформатской церкви, украинской реформатской церкви. Вот, у них там педобаптизм тоже, крещение младенцев, но смачного, дякую. Вот, и Господь да благословит, так что пишите. Вот, слава Богу, буду рад общаться лично, лицом к лицу, устами к устам, чтобы по интернету это хорошо, но все-таки живое общение, это и живое общение. Вот, поэтому буду рад приехать в Закарпатье. А так путешествую тоже, вот сейчас уже смотрю, уже все больше и больше уже люди ездят уже, вот, так что и Блаблакар, и тоже и в Закарпатье едут как раз туда, в Европу, ну и в Закарпатье можно с ними съездить, до Ужгорода, везут до Мукачева. А, в Мукачево был я, в Мукачево, в церкви воскресенье, да, проповедовал там, да, классно очень, мне понравилось там. И у них еще, в этой Мукачевской церкви еще, там было, забыл как называется, село, такая дача, как бы, ну не дача, а такой как бы духовный центр, наподобие пионерлагеря, только христианский, молитвенный центр такой, классно, очень хорошее место такое, классное, там уже горы уже, очень красивое место. Да, спасибо, Господь, тебе за все, спасибо, 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 благодарю тебя, благодарю, благодарю за все, слава тебе, слава, слава, слава. И поэтому крещение Духом Святым, это в первую очередь, в самую главную очередь, это погружение в Бога, пропитывание Его Духом. Потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его еще. А Его мы, действительно, Его Духом пропитаны, Его, часть Его естества, наше естество. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благослови нас, добрый Отец, благой Отец. Благослови сегодня Киев, благослови сегодня Украину, благослови сегодня всю нашу истрадавшуюся землю, страны, народы, племена, континенты. Боже, а наипаче благослови сегодня Израиль, благослови сегодня Иерусалим во имя Иисуса. Слава тебе, Господь, слава, слава, слава. Аминь. Да, друзья, благословляю вас, благословляю, благословляю. Вот, и сегодня давайте совершим тоже причастие, Евхаристию, хлебопреломление. Опять-таки, это не просто причастие, вот, которое мы совершаем, да, вот, традиционно, это переживание Бога внутреннее, да, это единение с Ним, когда Он в нас, Христос в нас, а мы в Нем, во Христе. Вот в чем смысл как раз Евхаристии, причастие, хлебопреломление. Оно совершается по-разному, в церквях, в домах молитвенных, да, реформаторской церкви Крещенным Духом, или только служители, Валентина пишет, для всех, да, Дух Святой для всех, пожалуйста, да, и неважно, служители, не служители, вообще, я к этому отношусь довольно очень так вот, ну, скептически насчет названия служители. Для меня каждый христианин, он служитель. И неважно, он в церкви какую роль выполняет вообще, что он делает вообще. Он, если христианин, то служитель. Если служитель, то христианин. Это
Потому что даже само крещение наше – это обещание Богу служения доброй совестью. Или и спрашивание у Бога доброй совести. Но подразумевает и то именно сознательный акт самого человека, да, решение человеческое, служение Богу. И согласно вот деяниям апостольским, посланиям апостольским, видно, что действительно это так, что именно решение служения Богу в доброй совести, служение Богу, богослужение. Поэтому каждый человек, он христианин, да, принявший крещение по вере, он служитель Божий, служитель, он выполняет свое служение. Неважно, что он, где он служит, да, в чем он служит, он выполняет свое служение, каждый. Не бывает такого, чтобы вот христианин и не служитель. Вот, и крещение Духом Святым для всех, абсолютно для всех. Вот, это не обязаловка, ни в коем разе. Вот, это для всех открыто, дар открытый. Прямо сейчас тоже каждый из, кто вот онлайн присутствует, допустим, или потом в записи, кто смотрит, пожалуйста, прямо сейчас вы можете принять это, дар Божий. Есть лишь два условия, только два условия, все, других условий не существует абсолютно. Вот, неважно, кто вы по национальности, культуре, традиции, религии вашей, неважно. Сам первое условие, надо примириться с Богом. Вот первое условие, самое важнейшее, да, такое первое условие, примирение с Богом. Просто принять Иисуса Христа своим Спасителем, сказать: Господь Иисус, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь. Все, навсегда-навсегда, Ты моя судьба, Ты моя любовь, Ты все для меня, Ты мое все. Вот принять Иисуса как Спасителя своего, Господа своего. А второе условие, захотеть, жаждать этого. Мукачево вас будет чекать, ласково просим. Татьяна пишет: аллилуйя, дякую. А, вы с Мукачево, тем более. Тем более, если с Мукачево. Я уже в Мукачево был. Хочет, чтобы люди принимали языками, говорили: аллилуйя, да, да будет так. И опять-таки, говорение на языках, молитва на языках, это далеко не все. Это лишь начало, будем так говорить. И далеко не у всех, да, крещённых Духом Святым это проявляется. Ну, это отдельная тема уже, ладно. Самое главное, богоносец, чтобы был человек. Богоносец, христоносец, аллилуйя. Божий человек. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо, спасибо, спасибо. То же самое причастие. Возьмите себе хлебушка сейчас, да. Возьмите кусочек хлебушка и налейте себе соку, или просто воды даже налейте, и совершим причастие. У меня все уже приготовлено заранее уже здесь, да, и кусочек хлебушка, и плод виноградной лозы, бере пригагафен, тело Христа, кровь Христа. Благодарим Господа за все, друзья, благодарим, аллилуйя. Да, слава Богу, да. 7 лет не говорили, потом заговорили. Да, слава Богу, Господь да благословит, да, всех нас. Аминь, аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Помолитесь, каждый помолись сейчас пред Господом и принимай причастие, тело Христа и кровь Христа Иисуса, нашего Спасителя, Господа. Скажите Богу, каждый скажи Богу такие слова, что кровью Христа Иисуса, телом ломимым моего Спасителя, я спасен навсегда, навсегда, навсегда. Исцелен, благословлен всеми благословениями в небесах. Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь, аминь, аминь. Любовью и силой наполни жизнь мою, любовью и силой наполни жизнь мою, любовью и силой наполни жизнь мою. Тебе я поклонюсь,
Тебе я поклонюсь душою моей. Тебе я поклонюсь всем разумом моим. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь. Любовью и силой наполни жизнь мою. Любовью и силой наполни жизнь мою. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь душою моей. Тебе я поклонюсь всем разумом моим. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь. Любовью и силой наполни жизнь мою. Аллилуйя! Слава, слава тебе, Господь! Слава, слава! Своей любовью, своей силою ты наполняешь наши сердца, наши судьбы. Вся наша жизнь пропитывается тобою, Господь, твоей любовью, твоей силою. Слава тебе, Господь! Слава, слава и хвала! Слава тебе! Слава! Аллилуйя! 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 Благословен Господь! Благословен всесильный Бог наш! Благословен дар твой, Божий святой дар, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь, аминь, аминь. Тело Иисуса Христа, аминь. Кровь Иисуса Христа, аминь. Пейте, ешьте, друзья, во славу Господа нашего Христа. Доколе Он не вернется, мы совершаем сие таинство, восхищаясь любовью и силой нашего Господа, пропитываясь любовью и силой нашего Спаса, великого Господа Иисуса. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Аминь! Слава тебе, Господь, слава, слава, слава. Слава тебе, слава, слава, слава. Аллилуйя. 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 Благодарю тебя, Господь.
за причастие Твоего божеского естества, за это общение Духа Святаго. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю, благодарю. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь душой всей моей. Тебе я поклонюсь всем разумом моим. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь, любовью и силой наполни жизнь мою, любовью и силой. Наполни жизнь мою. Любовью. Твоей любовью, Господь, Твоею силою. И силой. Наполни жизнь мою. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь душой всей моей. Тебе я поклонюсь всем разумом моим. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь. Бог ты мой Господь. Слава, слава, слава! Слава Тебе, Господь, за все! Слава, слава, слава и хвала! Благословен Царь наш, благословен Господь наш, отныне и вовек! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь, аминь! О, о, спасибо, Господь, за все! Спасибо за этот эфир! За братьев, сестер всех. Боже, благослови всех нас. Друзья, поздравляю всех с причастием пречистых Христовых тайн, тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу! Навеки слава Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Аллилуйя! Благословляю вас, дети Божьи, дети любви, благословляю вас. Аллилуйя! Благословляю, благословляю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа.
Аминь, аминь, аминь. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Любовью и силой наполни жизнь мою. Любовью и силой наполни жизнь мою. Тебе я поклонюсь всем сердцем моим. Тебе я поклонюсь душой всей моей. Тебе я поклонюсь всем разумом моим. Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь, Бог ты мой Господь. Аллилуйя. Любовь.